Пробовали поднять силоруков блоб 21. Видео не будем показывать, потому что это нереально сложно. Это Максим Казин уже придет, когда он поднимет, но это для нас тяжело. Что можете сказать про этот снаряд? Ну, это вот, мне кажется, это вообще нереально. Хотя наш земляк Максим Казин поднимал это, но для меня в данный момент это нереально. Ну, я сдвину это с места. Я в этом себе и в этом уверен. Да, этот снаряд нужно просто в руках подержать и ощутишь его мощь. Это 21 его можно килограмм. сравнить с танком Т-90. Да, и ширина здесь просто. Чтобы у Огромная. человека, у которого, ну, такие короткие пальцы относительно, ну, это покажется нереально. Он такой гладкий, у него невозможно ни за что зацепиться. Но здесь реально работает сила пальцев, сила рук, больше ничего. Да, тема хорошая. Стремитесь стать лучше, сильнее. Приобретайте снаряды у официального дилера в городе Караганда, отдел спортивного питания «Геракл».